Всемирная универсиада – это молодежный аналог Олимпиады. Всемирные студенческие спортивные игры вот уже более 50 лет являются вторым по значимости и представительству комплексным международным мероприятием на мировой спортивной арене. Челябинская область делегирует на универсиаду семерых спортсменов. Это сноубордисты Илья Баскаков, Яна Дановская, Полина Смоленцева, представители фристайла Елизавета Сафонова, Игорь Амелин, хоккеист Александр Тричиков и Екатерина Ефременкова. Все они имеют опыт выступления на международных турнирах. А Игорь Амелин и Екатерина Ефременкова входили в состав Олимпийской сборной России в Пхёнчхане в 2018 году. Соревнования на Всемирной универсиаде пройдут по 11 видам спорта – хоккею с мячом, хоккею с шайбой, биатлону, лыжным гонкам, фристайлу, сноуборду, горнолыжному спорту, спортивному ориентированию, фигурному катанию, кёрлингу и шорт-треку. Всего спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Уже на данный момент у России 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.